Ну что, кто не спит? Доброе утро, страна. Все просыпаются? Или все уже на работах? Кипит? Да. Ну что, я приехал на работу, свой любимый зал. Жду сейчас своих клиентов, которые у меня должны начинать подтягиваться. Привет, Ухта. Привет, Магнитка. Всем привет. Я в Индии. Вашими голосами. Да, нет, я не в Индии. Я в Санкт-Петербурге. Привет, Челябинску. Орел, поднять настроение. Ну что поднять настроение? Показать зал. Это наш спортзал. Это мой друг Юрий, который работает здесь администратором. Очень хороший парень. Вот. Зал у меня очень простой. Здесь все без излишеств. Это спортивный клуб. Ничего лишнего, но самое главное, что все рабочее. Именно такая дружная качалка нам нужна. Когда ехали... клиенты, во-первых, у меня не жирные. Доехали мы нормально, только немного устали. Тренировка у меня стоит 2000. Какие планы на веса, ребят? 2 недели сейчас будет реабилитация. Жду, когда придет на работу остеопат, иду к нему. Восстанавливаю всю спинку, все делать. Привет из Иркутской области, да. И, соответственно, после этого уже можно будет начинать закачиваться, когда позвоночки станут на место. Акклиматизировался, да, что буду тренить. Аккуратненько буду тренить ножки, растягивать спинку, чтобы вытянуть позвонки, потому что крестцовые и поясничные полностью улетели. Спинка немножко побаливает. Тяжелая атлетика мне нормально, буду ее включать, но опять же недели через две, когда закачаю все. Ребят, сам жду 7-ю серию, ждем, когда Настя ее все смонтирует. Спинку сорвал на зарубе по становой тяге с Колковым Ригертом. Так, когда можно будет меня увидеть в Челябинске? Слушайте, на эти выходные не получилось улететь, потому что билетики нам вернула компания. Вот. Супруга сейчас на 23-24 пытается зарезервировать билеты. Сейчас посмотрим, что она стоит, но я Мишке обещал, что мы приедем. Соответственно, сейчас буду делать все, чтобы не подвести его. Как погода в Питере? Минус 16. Привет, Хакасии. Грудь набивать собираюсь со временем. В каком районе зал? На Петроградке. Сделаю перископ с коклеевым? Конечно, сделаем. Я не знаю, Мишка еще раз его не освоил? Наверное, еще не освоил. Но заодно покажу ему. Это будет интересно. Мишка вообще у нас очень позитивно веселый. Его, как видишь, сразу хочется улыбаться. Когда с Юрием будет видос? Недели через 3 мы собираемся в Москву. Будет с Юрием, надеюсь, что будет с Наташей Трухиной, Кузнецовой, с Ишанькиными встретимся. Бадюк обиделся на меня? Я не знаю, мы с ним не разговаривали. В каком месте можно меня увидеть? В спортивном клубе армии, Дивинская, 4, я здесь. Ну, значит, Мишка Кокляев потихоньку выйдет в перископ, я его обучу. В Красноярск, ребят, не знаю, я еще столько не зарабатываю, чтобы столько начать путешествовать, а спонсора у меня нет. То есть я все делаю по собственной инициативе, за собственные деньги. Спасибо за добрые отзывы. В гиревом спорте? Нет, отец у меня гиревик и много лет занимался. Я, собственно, нет. С Кокляевым познакомились давно, когда он приехал в Санкт-Петербург на семинар и заодно решил встретиться с таким странным человеком, как я. Вот. Какие впечатления от участников тайских каникул? Только положительные. Все люди действительно были очень разные, но на самом деле потихонечку начали раскрываться и показали себя очень-очень-очень с разных сторон, но практически все с хорошей стороны себя показали. Что же вы так хотите на меня посмотреть? Как с женой познакомились? Это был такой долгий путь. Мы знакомились, встречались несколько лет подряд. Но так, наверное, раз в год, раз в полтора, даже не вспоминали эти встречи потом. Случайно где-то. То она в гипермаркете меня встречала, то в клинике. А потом ее директор начал у меня заниматься. И, соответственно, так мы познакомились с Ириной. И когда Ира увидела результаты своего директора, она решила, что она тоже хочет заниматься. И с первой тренировки как-то так вышло, что уже мы оказались сразу и вместе, и больше никогда не расставались. Мы везде, всегда и во всем месте. Почему такая внешность? Ну, у кого-то такая, у кого-то другая, у меня вот иная. Кого после каникул могу назвать своим другом? Всех могу назвать, но очень тепло мы познакомились с Ишанькиными, мы с Димкой Коковым хорошо болтали, мы со Славкой Ригертом шикарно просто...
болтали, дружили, бегали, дурачились вместе. Со всеми, на самом деле, были хорошие отношения. Ну, у всех своя жизнь, все много заняты. А в основном сейчас будем встречаться с Юрием Сукоцким, мы будем встречаться и со Славкой Ригертой, и с семьей Шанкиных обязательно будем сниматься. Вот. Куки не мешают, как отношусь к фармакологии, как и все. Так что вот. Конфликт с Будюком, тебе смогли сказать то же самое в лицо? Нет, я даже не знаю, ведь мне же в лицо и до этого никто ничего не говорил. Соответственно, зачем бы вам, ему что-то еще говорить мне после этого? Как отношусь к подколкам по поводу внешности? Так никто и не подкалывает меня, разве только вот в Перископе и в Ютубе. А лично нет. Как это не ответил? Только что ответил. Привет Красноярску. Ну что, покажу вам еще, что у нас здесь в зале есть. У нас здесь везде плакаты. Причем они такие, еще старые-старые. Вы помните их? В самых старых залах такие висят. В самом Казахстану. Когда буду в Тольятти, ребята, не знаю. Много есть планов, но пока нужно поработать. Потому что мы отдыхали, все платили за отдых сами. И это достаточно накладно. Сколько абонемент? Недорого, 1600 рублей в месяц здесь стоит. Семинары в будущем будут. Прыгать. Буду позже прыгать. Сначала уйду на степ, разомнусь, потом уже будет все остальное. Ребята, я на тренировку не крашусь. Это татуировки. Я уже такой-то, какой я есть. Мне не нужно краситься с утра, я уже таким просыпаюсь. С Сильвестром, да, мы тоже шикарно общались. Спинка болит, еще болит. Ну почему, я, как и все, наверное, на них реагирую, просто реагирую мягко на неадекватных людей. Как отношусь к Александру Невскому, ребята, я его не знаю. Но кто бы что ни говорил про людей, которые говорят больше, чем делают. При всем этом человек пропагандирует спорт и пропагандирует его уже очень много лет. Так что вполне это неплохо. Буду в будущем заниматься тяжелой атлетикой? Да, буду. Ну, по крайней мере, в своей корявой технике точно буду. Когда конец конкурса? А какой конкурс, ребят? Я не слышу. Что думаю, американца Ричи Пиана? Он тоже неординарно мыслит. Не знаю, пока лично не общался, ничего не могу сказать. А так, в общем, наверное, положительно. Нет ли желания перейти в другой зал работать? Ребят, здесь я работаю на себя, а в другом зале я буду работать на кого-то. Вот в этом вся разница. Сколько в неделю занимаюсь? Каждый день стараюсь. Я же все равно на работе. Как-то это грешно, наверное, быть в зале и не тренироваться. Как Леня? Ой, а мы общаемся. Общаемся с ним. Он и в Перископе я его вижу, и в ВКонтакте мы постоянно болтаем. Пройтись по залу еще раз показать, но можно так кружочком пройтись. Здесь народу-то немного, утро. На СНП Про в Москву? Думаю, да. Нет, пресс я набил на животе, чтобы на животе была татуировка. Так я ее видел, так интересно. Качалку здесь не снимали, планировали подсушиться? Планирую. К лету. В этом плане все. Как мне Дима Сильверстов? Прикольно. Император есть император. Он забавный. Любимое упражнение? Наверное, становое. Тайский бокс понравился? Ну, да. Много лет назад, лет 15, я им и занимался в какой-то степени. Литературу, которую читал, ребят, много лет уже не читаю. До этого читал да что угодно. Начиная от греческих философов, заканчивая, не знаю, поэзии 19 века. Забабахать какой-нибудь проект в будущем? Ну, не знаю, может быть. Точнее, не может быть, а точно, он уже должен быть. Просто, ну, пока сейчас вернулись, еще даже не вся голова в полной степени варит, что делать. Я не знаю, какой там конкурс был опять ОБ. Это Димка Ешанькин, наверное, что-то делал. Тайские каникулы каждый оплачивал сам, да. Политика не интересуюсь. Политика – это игра других людей. Не надо играть в чужие игры по чужим правилам, которых ты тем более не знаешь.
с Ригертом. Планируем встретиться, а могут и посниматься. Сколько в долларах отдых вышел? 4 тысячи. Кем работаю в зале? Ну, не уборщицей, тренером. В день? Да, достаточно много человек занимается, это же моя основная работа. Что за девушка станала? Не знаю, у нас здесь есть группа и по гиревому спорту, где есть заслуженные мастера спорта, соответственно, они тут с утра занимаются. Можно на первую тренировку ко мне? Ребят, здесь единственное, нету разового абонемента, то есть все равно придется покупать его за месяц. Месячный абонемент стоит 1600, у меня тренировка 2, а так, конечно, можно. $4000 это на 2 их, на пару. Так, вокруг глаз тату больно было, тату вообще везде больно. Тату на белке глаз, ребят, каждый десятый после этого слепнет. Я не готов потерять зрение. Саша, привет. Да, уже вернулся. 1600 за сколько занятий в месяц? 16 тренировок, это абонемент в спортзал. Привет. Ну что? Зачем глаза крашу? Не знаю, ребят, очень долго объяснять. Хотите, залезайте на мой канал в YouTube, там все прочитаете, узнаете, а после того, если захотите, зададите заново вопросы. Ну что, вот и начинается мой первый рабочий день, и потихонечку будем начинать работать. Вам всем привет, спасибо за все добрые и добрые комментарии, и мы обязательно увидимся. Зал находится на Дивенской, это Санкт-Петербург. Все, давайте, до встречи, пока-пока!